Вся страна окрасилась в цвета национального триколора. От Камчатки до Калининграда отмечают День российского флага. Фестивали, спектакли, световые шоу, автопробеги, мероприятия, посвященные государственному символу, пройдут во всех регионах. Где-то развернут гигантские полотнища, а на Сахалине, там празднование уже в самом разгаре, школьники изготовили миниатюрные бело-сине-красные флаги. В Москве пройдет фестиваль красок триколора. Интересная программа во многих столичных парках. А кроме того, все желающие могут принять участие в акции «Россия в каждом окне». Для этого надо вывесить российский флаг в своем окне или на балконе.